Всем привет, говорящие руки, снова с вами. Значит, о чем сегодня речь пойдет? Вот о таких вот резиновых эспандерах, ручной называется. Так вот, эспандер кистевой, медицинский, взрослый. Стоимость такого 51 рубль, но это было когда-то очень давно. Восемнадцатого мая 2017 года. Февраль, март, апрель, май. Ну, почти год прошел, так скажем. В общем, что я хочу по ним сказать. Они почему-то не работают даже месяца. Что-то бумажка какая-то. А способ применения. В течение времени от 1 до 1,5 минут следует сжимать кисевой эспандер до упора 50 раз, после чего дать расслабиться руки в течение времени от 3 до 5 минут. Использовать от 3 до 7 подходов. 50 раз. 3 от 3 до 7 подходов. И отдохнуть 3-5 минут. Ясно. Второе упражнение повторяет первое с одним отличием. Во время 3-5 минутного отдыха кистевой эспандер следует держать в сжатой руке. О. Бла-бла-бла. Условия хранения. Хранить пассажир медицинской кистевой взрослый, в том числе и во вскрытой упаковке, необходимо в сухом помещении при комнатной температуре, недоступном для детей месте. Ну, в общем, речь не об этом, а речь о том, то, что, блин, вот это даже кажется мягче, чем вот этот старый. Что-то он размяк. Это жесткие. Они были очень мягкими. То есть я их рукой свободно смог сжать до конца. Сейчас я этого сделать не могу. И по мере того, как они становятся жестче, они просто-напросто лопаются. Видите, трещина. Вот это. Если вот сильнее сжимать его, он так через 50, наверное, раз, может даже быстрее, развалится на куски. Это уже не первый, не второй, не третий. Их уже было много, разного цвета, разных нагрузка на сжимание, разной жесткости. Такие вот тоже, которые вот так вот сделали. И тут вот еще есть вот такие вот штучки. Я просто не помню, помню в детстве. У кого-то были, они их сжимали столько раз, что ничего им не делалось. А тут вот это вообще месяц не проработал, развалился. Ну что такое? Что это такое? И стоил дорого, да? Сколько резины в нем. Он какой толстый. Я производителем, если увидит это видео, пусть напишет в комментариях, а чего такое происходит. На улице не сжимаю, в комнате тепло, даже очень. Влажность нормальная. Вот этот производитель. Так, кстати, кто производитель-то? Если верить этой бумажке. Так, условия отпуска без рецепта врача. Производитель ООО Торг Лайнс. Москва, улица такая-то. Изготовлен в соответствии с ГОСТом Р-50. 444, 92 ТУ и так далее. Цифры. Регистрационное удостоверение. Сертификат соответствия. Срок годности 3 года. Гарантия 1 год со дня продажи. Блин, у него гарантия еще была, оказывается. А я и не знал. Ну, не знаю, наверное, он не пройдет.
даже если по чеку, если гарантия осталась. А, это не на этот, это же вот на этот. Вот такие дела. Очень жесткий становится, меняют цвет. Они фиолетовые были, а сейчас какие-то. Не поймешь, какие красные. Этот тут тоже, по-моему, фиолетовый был. Вот этот поновее. Этому, наверное, месяца два. Он вроде еще не начал трескаться. Хотя нет, начал уже трескаться. Но он жестче, чем вот этот. Вот этот даже... А, помягче, я понял. Потому что он уже прочности не имеет. И у него трещина сверху и снизу. Так вот, такие дела. Если кто занимается там, кто знает, может посоветуйте, какого производителя лучше покупать. Не жесткий, чтобы мне мягкий надо, у меня руки слабые, я сильные, и вот такие вот большие, но он мягкий был, еще могу сжимать. Есть не такие без пупырышек, они очень жесткие. Вот такие вот самые, наверное, легкие. Взрослые спандеры, которые. Кто знает, посоветуйте, пожалуйста, в комментариях. Напишите, какого производителя лучше брать. Чтобы вот такой фигни не было, чтобы они не трескались и не разваливались. Все, друзья. Всем пока.